А у нас уже 11-й ход. Фаза передышки. У Вилсона мы восстановим счастливую кроличью лапку. И что еще мы можем сделать? Ой, забыл перемешать. Ну, постараемся выбраться из этих локаций. Так. Что же мы будем делать? Ну, Аманда у нас весь ход пробудет в потерянном времени пространстве, так что про нее можем забыть до следующего хода. Поэтому переходим к Винсенту. А Винсент у нас выйдет на улицу и попробует сразиться с темным юнцом. Плюс 0, 3, 3 кубика. Так, кидать строго в лататроне. Это ж надо! Мы опять ухитрились бросить ни одного успеха. Так, мы теряем 3 единицы рассудка. Далее переходим к бою. Минус 1, плюс 1, 0. И так как у него сопротивляемость к физическому оружию, Сирусе, мы воспользуемся лампой Алгарзеда. Да, мы воспользуемся лампой. Это нам даст плюс 5, то есть 5 кубиков, из которых мы должны бросить 3 успеха. Ну, и что-то мне подсказывает, что я не брошу 3 успеха. Так, я бросил 2 успеха, у меня нет улик, да и даже если были, я бы их не потратил. Поэтому мы теряем 3 единицы здоровья и бросаем эти 5 костей снова. А теперь у нас всего 1 успех. Вилсон восстанавливает себе здоровье и получает еще одну карту травму. Минус 1 к фокусу. И вы не можете менять. Вы не можете менять свои показатели, кроме как вы можете менять свои показатели только на 1 единичку. Жалко Вилсон. Так. И он отложен. А юнец у нас опять окажется на улицах. И переходим к фазе мифа. Прорыв на неизведанном острове. Ну, так как там портала нет. Ой, так как там печати нет, это простое открытие портала. Это у нас опять среда. Так, давайте-ка ее просто будем оставлять сверху. Среда. Сложность боя с темными юнцами возрастает на 1. Ничего себе. Ай-яй-яй. Ну да ладно. Так, сколько у нас монстров в городе? 1, 2, 3, 4, 5. И у нас должно появиться 2. Так, вытягиваем один шестиугольник. Так, ну естественно темный венец. И еще один темный венец и зомби. Так, оба идут на окраин. На окраине у нас уже 5 монстров. Это значит, что в следующем ходу уровень ужаса может возрасти. Так, давайте-ка узнаем, что за портал у нас открывается. А затерянная каркаса не подходит, это из Данвича. Загробный мир тоже не подходит, это из Кингспорта. А вот страна снов подходит. Открываем страну снов. Так, и передвижение полумесяца и плюсики. Таковых монстров у нас на карте нету, никто не передвигается. Зато Цетогва получает свой 9-й жетон. Ну и собственно на этом все. 11-й ход закончен.